На английском языке кто помнит, что это значит? Мороженое. Мороженое. А есть ли здесь карточка с мороженым? Вот. Это что такое? Это пчелка. Пчелка, как раз которую мы потеряли и ищем. А family это что такое? Мама, папа, я счастливая семья. Конечно, family это у нас семья. Бук это значит? Бук это книга, замечательно. Мышка. Мышка. Маус. Да. Маус, мышка, утка. Дак. Дак, утка, молодцы, замечательно.